Добрый день. В эфире первая программа из цикла «Дискуссия поколений». Сегодня мы говорим о высшем образовании в Беларуси, о самой системе высшего образования, о том, какая она есть сегодня, какой она должна быть, и какое ее видит старшее поколение и более молодое. Что можно было бы исправить, по мнению старших поколений и младших, и что можно было бы оставить таким, какое оно есть. В студии Александр Власкин. И Ксения Ильяшевич. У нас сегодня в гостях Сергей Альф, юрист, преподаватель, доцент. Давайте тогда начнем вот с основной, так сказать, ключевой темы сегодняшней передачи – высшее образование в Республике Беларусь. Вот мы как раз говорили перед передачей о том, как его можно охарактеризовать. Сама система высшего образования в Беларуси, она самобытна или больше стремится к западным образцам, советским образцам, или с чем ее можно сравнить вообще? Ну, если исходить из высшего образования Советского Союза, то образование в Республике Беларусь, оно такое же самобытное, как и высшее образование в Советском Союзе. В общем-то, за время независимости Республики Беларусь сама система высшего образования несущественно изменилась. Нельзя сказать, что она не изменилась. Она, естественно, изменилась, учитывается какие-то новые веяния, которые в высшем образовании используются и в западных странах. Но, тем не менее, в подавляющем большинстве сохранилась вся та система высшего образования, которая была в Советском Союзе. Это практически достаточно серьезная комплексное образование, которое получают вне зависимости от своей специальности и студенты, занимающиеся по различным техническим отраслям, и по гуманитарным отраслям, и по естественным отраслям знаний, что, в общем-то, не совсем свойственно западной системе образования. Вот, и в этом, наверное, ее самобытность. И есть в этом, наверное, определенные плюсы. Плюсы в том, что студент, кроме чисто своей узкой специальности, либо тех предметов на Западе, которых он выбирает для того, чтобы несколько расширить свой кругозор, у нас получает достаточно серьезный блок знаний, также и по иным, в том числе гуманитарным составляющим. Ну, вполне естественно, что вряд ли необходимо изучение истории, политологии, так и иных философских дисциплин для специалистов, которые занимаются техническими проблемами. И у нас это обязательное изучение, оставшееся Советского Союза и до сегодняшнего дня. Очевидно, оно дает определенное развитие интеллекта для студента, и это, в общем-то, является плюсом. С другой стороны, наличие большого количества дополнительных предметов, ненужных будущей специальности, сужает возможность для студента получить больший объем знаний непосредственно по своей будущей специальности, что является минусом. Вот. И мне все-таки представляется, что в советское время уклон был сделан где-то так, 50% на интеллектуальную составляющую, скажем, гуманитарные дисциплины. А у меня первое образование естественное, и химическое образование, второе образование гуманитарное, юридическое. Вот, где я, к счастью, уже эти дисциплины не изучал, поскольку мне зашлось то, что я учил по первому образованию. Вот, и оно где-то так было в 50 на 50%. Очевидно, что это, наверное, излишне много и полностью, особенно, скажем, если студент учится в университетах, получает университетское образование, отказываться от гуманитарной составляющей даже для естественников, наверное, нельзя, но, наверное, необходимо ее сократить в существенной степени и дать возможность, как на Западе, студентам по выбору выбирать и конкретную гуманитарную составляющую, которую он хотел учить. Очевидно, что в этом случае он и лучше будет учить, поскольку он сам это выбрал, и не будет это давлением сверху непосредственно. А с другой стороны, можно расширить возможность для студента изучить более конкретно выбранную специальность, получить более качественное знание. То есть можно было бы оставить какой-то базовый набор гуманитарных специальностей для всех, и остальное дать возможность, то есть отойти от фиксированных программ, которые сейчас существуют в Республике Беларусь, для того, чтобы студент мог развиваться в том направлении, в каком... На самом деле в этом некоторая проблема. Проблема в том, что каждая кафедра, как общая институтская, либо общая университетская, так и специальная, она имеет свой контингент преподавателей, и этот контингент преподавателей должен получить соответствующую нагрузку. Значит, если мы переходим вот от фиксированной нагрузки преподавателей к плавающей нагрузке, это приводит к тому, что
кафедрам намного тяжелее будет планировать работу конкретных преподавателей. А это уже немножечко другой принцип работы. Это принцип работы, что иногда приходится, необходимо приглашать преподавателей со стороны. Давать им, естественно, соответствующую качественную заработную плату за это приглашение. Извиняюсь. Чтобы они отчитали свой курс студентам. Может быть, иногда достаточно быстро, оперативно отчитали свой курс, приняли у студентов зачет либо экзамен, в сессию, либо не в сессию, что тоже требует определенных изменений нашего учебного процесса. Вот, для того, чтобы студент по выбранной специальности мог получить действительно качественное образование. На сегодняшний день система высшего образования в том состоянии, в котором она находится, она все-таки малоподвижна. Она закопрощена на конкретных выбранных предметах, на планах, которые рассчитываются на год. И от этих планов в течение года отойти уже невозможно. Вот, поскольку это требует достаточно большого количества согласований не только внутри института, но и на уровне Министерства образования, изменения планов. А любое бюрократическое изменение, оно само по себе, наверное, достаточно тяжелое. Ну, тут еще можно размовлять про то, да, что коли неким чином реформовать нашу систему эдукации, да, то треба быть подрихтованным до того, что нас просто придется звольнять некоторых людей. Да? Ну, нагрузка, знову же, вы кажете про то, что нагрузка у некоторых выкладчиков падает, и фактично может быть отримливаться так, что некоторые из выкладчиков, они губляют у вынику працу. А ці подрихтована наша система вогляд до таких кардинальных змен? Знаете, это такой очень интересный вопрос, да, больной вопрос для меня, естественно, как для преподавателя. У нас очень большая нагрузка для преподавателей в разных институтах по-разному, но стандартная нагрузка доцента в зависимости от института либо университета колеблется где-то так от 700 до 900 с лишним часов в год. Если из этого, особенно по гуманитарным специальностям, 400-500 часов голосовых, то есть лекционные, частично семинары, где преподаватель вынужден работать постоянно голосом, то это достаточно серьезная нагрузка, которая требует, чтобы преподаватель постоянно готовился к своим занятиям. Я вспоминаю вообще свой первый курс, когда я читал. Вот, я его полностью подготовил, лекции написанные, так, потом перед лекцией вечером я где-то часа два готовился, потом пришел, приходил на работу, еще порядка два часа готовился для того, чтобы выйти и читать эти две пары, то есть пару одной лекции студентам, для того, чтобы студенты поняли, что я им хочу сказать, во-первых, и второе, чтобы мне не было стыдно за то, что я сказал студентам. То есть на самом деле, да, сейчас уже легче, потому как, когда много лет читаешь один и тот же курс, да, ну, вставляешь туда что-то новое, постоянно, но базовое это все равно остается, поэтому легче. Но все равно приходится готовиться постоянно, ежедневно, для того, чтобы можно было читать свои лекции. Это работа. И вот представьте на нагрузку, которую преподаватель 900 часов, и будем считать, что пусть даже не 900, 450, но где-то, наверное, 900, как минимум, он еще готовится, плюс смотрит литературу, плюс занимается еще какой-то конкретной работой, а там есть все-таки определенная и работа со студентами, и научная работа, и подготовка статей. Вот, и в результате, в общем-то, приходится выбирать, а чем же преподаватель может заниматься. И поэтому на сегодняшний день в университетах у нас намного хуже стало с научной работой. Раньше, да и раньше, наверное, она была хуже, чем в Академии наук. У нас поэтому и поставлена была научная работа не университетская, как на Западе, а академическая. В Академии наук в основном занимались. Вот, хотя на сегодняшний день, скажем, мои однокурсники, которые работают в Академии наук, доктора, академики, члены-корреспонденты, они в подавляющем большинстве вышли все с университетской науки. Вот такая дилемма. С одной стороны, тяжело заниматься, потому что загружен в существенной степени педагогической работой. А с другой стороны, переходя чисто в научную работу, они потом себя тоже достаточно хорошо проявляют. Все-таки, наверное, университеты, они тем и хороши, что дают возможность более качественно развиваться именно научному уму, он становится более гибким, потом в дальнейшем при чисто научной работе проще заниматься работой. С другой стороны, был у меня момент, когда я в начале 90-х годов работал в Германии, занимался исключительно научной работой. Вот. Но я смотрел, как мои коллеги немцы преподавали в университете. Нормальный профессор отчитывает буквально несколько часов.
Так, потом дальше после него, естественно, ассистент со студентами на семинарах прорабатывает то, что профессор отчитал. Вот, и студенты занимаются очень много самостоятельно. И вся профессура работала вместе со мной и серьезно занималась научной деятельностью. Их научная деятельность оценивалась одновременно с их преподавательской деятельностью. Это было чрезвычайно важно, и степень веса данного профессора определялась, наверное, не столько тем, как он преподает, так, а тем, какой он является специалист в науке по данному виду деятельности. Но здесь я могу говорить, я работал как химик, так, сфера была физическая химия, и я мог оценивать именно таким образом. То есть ведущий специалист, хороший специалист, в гуманитарных науках немножечко по-другому, но тем не менее. Давай, если на Западе специалист... Я прошу прощения, я вас перебью. Вот у нас как раз на связи Кася Степанова сейчас, вот оператор сказал, что ей дозвонили. Здравствуйте, Кась. Здравствуйте. Я вот вас представлю, выпускница департамента медиа, журналистика и массовой коммуникации, работает по специальности в Литве и учится в магистратуре ЕГУ. Вот мы говорим сейчас о высшем образовании в Республике Беларусь. Вот вы выбрали обучение в Литве. Скажите, да. Вы рассматривали вообще возможность обучения в Республике Беларусь? И если да, то все-таки почему выбрали обучение в Литве? Конечно, я рассматривала. Я поступала в БГУ на журналистику и поступила на бесплатное. Точно так же, как и в ЕГУ на бесплатное. Я должна была выбирать. И проанализировав, взвесив все плюсы и минусы, я выбрала ЕГУ. И ни разу, признаться, об этом не пожалела. А вот причины, почему вы выбрали ЕГУ, все-таки можете рассказать? Ну, в первую очередь, обучаясь на бюджете в Беларуси, мне грозило распределение. И в ЕГУ такой перспективы не было, и это, конечно, радовало, потому что свое будущее ты можешь планировать сам. Также в ЕГУ меня очень привлекала свобода гражданской позиции, свобода политических взглядов. Я знала, что они никак не отразятся на моем обучении, возможности прохождения обучения и так далее. И меня также привлекла академическая свобода. Так, например, свой дипломный проект я писала о отношениях власти и художника, в 2010 году приводила в пример Михалка, и Ляписа Трубецкого и так далее. И я не уверена, что такой проект мог бы существовать. Ну, понятно, да, в Беларуси вряд ли бы. Хорошо, а вот мы только что вот говорили с Сергеем, с нашим гостем, о разницах в преподавании в белорусских и европейских университетах. То, что в Европе больше... То есть образование концентрируется на исследовательской и научной работе самого студента. Это заметно вообще? Вот вы, наверное, можете сравнивать то, как вы учились самостоятельно и как, я не знаю, одноклассники, друзья, знакомые учились в Беларуси. То есть есть разница? Ну, безусловно, в частности в ЕГУ очень большое значение имеет самодисциплина, самоконтроль, потому что система обучения самого немножко отличается. Насколько я знаю, в Беларуси студенты прослушивают курс лекций, а потом сессии с экзаменами, зачетами и так далее. В ЕГУ немножко не так, все не откладывается на последний период сессии. Задания выполняются постоянно, и прослушав лекцию, ты выполняешь задание. Таким образом, соблюдение дедлайнов, контроль имеет очень важное значение. Ну... Я еще хотелось, да, задать одно такое питание, ну, на конт, ось, ви, як можете оцінити увогуле важність, наприклад, теоретичних, да, ведов і практики? Наскільки відносно практики добра едукація, ось, у вас, і як ви можете, наприклад, порівняти з своїми сябрами у Білорусі, наприклад? Коли можна одночасово, навчаючись там уже на деяких старейших курсах, працювати і підпрацьовувати по спеціальності. По-моєму, ну, це вельми важна роль, просто встановлення як спеціаліста і до того ж просто зрозуміти, чи пішов ти увогуле туди, тому що відносно нашої системи, часом студенти до старейших курсів крихо не розуміють увогуле, де вони будуть працювати, з ким працювати і так далі. Ось як відносно цього у вас? С этой точки зрения, в частности, департамент медиа в ЕГУ готовит отлично, потому что с самых первых курсов мы знаем, что такое журналистика. Потому что, как, например,
с Виктором Мартиновичем мы должны были разыскать контакты селебрити для того, чтобы договориться с ними об интервью. Мы проводили журналистское расследование. Таким образом, мы сразу вливались в работу журналиста. Что касается разочарования в профессии, то я думаю, оно происходит у многих. Так у меня в группе тоже были люди, которые сказали, что после того, как они изучили теорию и практику, они поняли, что, наверное, журналистами они быть не хотят. А вось як наконт вось практыкі, да, гэта у вас вось вы зараз кажаце пра практыку ў межах заняткаў, да? А адносна, напрыклад, паралельная праца ў выданнях, вось як, напрыклад, у Літве. Наколькі я ведаю, што там выданні выдаюцца на літоўскай мове, і гэта абавязковае патрабаванне, напрыклад, увогуле для працы. А вы, я думаю, пакуль што не ведаеце літоўскую мову, вось як наконт практыкі менавіта ў выданнях? Ну, многие мои одногруппники, однокурсники работали фрилансерами, работали с литовскими изданиями на русском языке, такие тоже бывают, работали с белорусскими изданиями. Я, допустим, работаю с Белорусским домом прав человека на сайте Белорусского дома прав человека, и мне нужно знание белорусского и английского. Таким образом, кто ищет, тот всегда найдет, и отговорки всегда есть и в Беларуси, и в Литве, если кто-то не хочет работать. А вот все-таки немаловажная тема перспективы трудоустройства. Вот после выпускникам белорусского и, ну, в частности, в данном случае литовского вуза белорусам, кому легче найти работу, вот по вашему мнению и по опыту? И среди моих одногруппников не было никого безработного, кто страдал бы и не мог устроиться. Таким образом, я могу предположить, что никаких сложностей нету. Единственное, конечно, выпускника ЕГУ не возьмут в Советскую Белоруссию, но он туда и не пойдет. В общем, насколько я знаю, зам главного редактора Советской Беларуси получал образование за рубежом. Да. Возьмут. Вот, типа. И вот еще такое питание у меня, да. ЕГУ, да, наколькі я ведаю, вось адно з значных адрозненняў, на маю думку, напрыклад, журналістская адукацыя ў Беларусі і ў ЕГУ. Параўноўваючы, напрыклад, праграму прадметаў там па першым курсе, у вас вялікі націск ідзе на вывучэнне моў, напрыклад, замежных, да? Якія яшчэ вось, можа быць, вы ведаеце яшчэ прынцыповыя, напрыклад, адрозненні хаця б датычна вашай спецыяльнасці, хаця б падыход нейкі іншы? Каб параўноваць беларускую сістэму і замежную сістэму адукацыі, еўрапейскую. Как я уже говорила, это, безусловно, академическая свобода, то есть свобода тем, на которые ты можешь писать свои работы. А также это более практический, на мой взгляд, подход. Опять-таки, когда мы учились писать в разных жанрах, в разных стилистиках, в разных сферах, как, допустим, от гонзо-журналистики до такого серьезного расследования, также вот все практические аспекты планирования своей статьи и так далее. И, безусловно, это, конечно, влияет на то, как подготавливается сам специалист. Таким образом, когда ты знаешь больше методик, ты можешь выбрать какую-то свою. Ну что ж, Сергей, может, у вас есть какие-то вопросы? Нет. Нет. Хорошо, Кася, спасибо большое за то, что согласились с нами побеседовать. Удачи в работе и в дальнейшем обучении. Спасибо, и вам счастливо. Да, до свидания. Здесь, может, только можно маленькую добавочку. Вопрос. Очевидно, что диплом ЕГУ у нас не признается в Республике Беларусь формально, да, как специалиста с высшим образованием журналистским. Но, тем не менее, опять же, все зависит не столько от диплома, сколько зависит от человека. Мозгов человека, от того, какой он специалист в этой области. И поэтому, очевидно, если будут брать журналисты ЕГУ негосударственные организации, и они видят, что это хороший специалист, они не будут смотреть на этот диплом. Заработная плата не зависит от диплома на сегодняшний день, а зависит от качества работы. И вот тот же пример. Замглавного редактора Советской Белоруссии, выпускница ЕГУ. Вот, очевидно, что там тоже диплом. Всюду пишут, что у нее высшее журналистское образование. Так, прекрасно понимаю, что, скорее всего, если это единственный диплом у нее только, что да. Это образование, что это образование у нее нет, но если, значит, если взял Якубович, значит, что человек все-таки с очень интересными журналистскими мозгами. Не откажем Якубовичу в этом плане определенный профессионализм. Павел Зорович, конечно, профессионал, я думаю, что вряд ли бы он взял кого-нибудь
либо разрешил учиться. Он очень специфический человек. Вот я думаю, что государственные организации, наверное, не возьмут человека с дипломом западного университета, если он единственный. Да. То есть в государственных организациях все-таки должен быть белорусский диплом. Якубовичи, Якубовичи, которые могут позволить себе такое, не так много. В подавляющем большинстве чиновник не возьмет. Для него это важно. Придет контроль, определит, почему ты получаешь заработную плату вот на такой должность, который должен специалист почему? С высшим образованием. Высшее образование нет. Кому это надо, такая головная боль. Поэтому вполне очевидно, что здесь есть определенные проблемы с признанием дипломов и с работой тех специалистов, которые отучились за пределами Республики Беларусь в Республике Беларусь. Как, скажем, и обратное. Точно такая же проблема и с белорусскими специалистами, которые выезжают за пределы Республики Беларусь. Это, может быть, в меньшей степени же касается студентов-естественников, поскольку естественное образование у нас до сегодняшнего дня еще достаточно хорошее. Вот. Это, естественно, я имею в виду химическое, физическое, математическое, биология. Вот специалисты находят при выезде за Республику Беларусь, находят себе место работы, и вопрос с дипломом не рассматривается. А вот специалисты с гуманитарными специальностями, как правило, по своей специальности устроиться не могут. Здесь много проблем. И знание языка, и непосредственно неверие к гуманитарному диплому. Но тут есть и третья проблема. Достаточно большое количество специалистов, гуманитариев, которые окончили аспирантуру за пределами Республики Беларусь и защитили не магистерскую, а именно докторскую диссертацию. В том числе, вот я могу говорить про юриспруденцию, в том числе и английский, либо итальянский университет, тоже Болонский университет, например, Болонская степень, которые тоже ездят по европейским университетам, по году преподают и не могут устроиться нормально, являясь сами по себе очень качественными специалистами. Берут в основном своих граждан Европейского Союза, а раз ты не гражданин Европейского Союза, то тут есть определенная проблема в трудоустройстве. Поэтому здесь нельзя сказать, что здесь в республике... Это касается гуманитариев. Да, гуманитарии, естественно, это только гуманитарии. Что касается естественников, намного легче. Здесь в первую очередь, конечно, оценивают уровень профессионализма. Если человек качественно работает, если он хороший профессионал, здесь наличие, отсутствие диплома, диплом он советский, белорусский, либо еще какой-то, не играет никакой роли. Хотя, очевидно, на диплом смотрят, и все зависит, опять же, от страны, так, но подавляющее большинство на диплом смотрят. То есть для того, чтобы определить базу образования, которую человек получил, так, исходя из базы образования и всех остальных достижений, дальше уже смотрится возможность работы. Ну, это скорее общая тенденция, потому что, я думаю, это касается... Ну, в принципе, просто в гуманитарной области очень сложно оценить качество работы человека. Да? То есть, ну, в общем, здесь, и здесь, наверное, просто играет значение то, что университет — это бренд. Да, то есть, ну, как бы известно, что у выпускников Оксфорда, Кембриджа, Сорбонны или Стэнфорда, да, знаний может быть даже меньше, чем у выпускников Белорусского государственного университета, но возьмут скорее выпускников все того же Оксфорда или Стэнфорда. Да, это просто бренд. Но белорусские выпускники Оксфорда, к сожалению, котируются намного меньше, чем, скажем, те же европейские выпускники Оксфорда в Европе. Вот, ну, вот тут здесь, есть маленький нюанс. Здесь скорее набор вот университета плюс национальность, это само собой. Не национальность, а гражданство. Ну, гражданство, да, да, да. Здесь я с вами соглашусь. Вот и здесь мы снова возвращаемся к проблеме, вот за, мы говорили об университетах, и за бюрократизированности процесса, невозможности смены программы в течение года и прочее. Вот сейчас вроде бы идет реформа, переход к четырехлетнему образованию. Это изменит что-нибудь? Либо... Понимаете, чисто переход к четырехлетнему образованию, к пятилетнему, к шестилетнему образованию должен требовать существенного изменения и программ подготовки студентов, и общей нагрузки студентов. Давайте говорить о том, что в советское время существовало как пятилетнее образование, так и четырехлетнее образование. Педагогическое образование, вот в пединституте напротив Белорусского государственного университета, всегда было четырехлетним образованием. И считалось, что для... может, там были какие-то отдельные специальности пятилетние, но в основном четырехлетние. Считалось, что для учителя достаточно 4 лет для того, чтобы подготовить качественного преподавателя. И те же преподаватели, которые учились в БГУ, вот из моего выпуска около половины студентов ушли преподавателями химии в школы. Мы учились 5 лет. Так?
И мне очень сложно оценить, лучше ли были учителя с химфака БГУ, чем учителя химики, которые выпускались через площадь из педагогического uh-huh. института. Наверное, в чем-то были наши лучше, чуть больше эрудиции, больше возможность, склонность к инновациям, получение каких-то определенных знаний, поскольку в той или другой степени всех, если не занимались, то чуть-чуть хоть заставляли заниматься еще научными исследованиями, даже тех, кто были студенты, будущие учителя, вот, чем те будущие педагоги. С другой стороны, у педагогов было намного больше именно составляющие по вопросам, связанные с психологией, с педагогикой средней школы, которая меньше изучалась у нас. Поэтому здесь, конечно, сложные вопросы. Поэтому и на сегодняшний день вполне очевидно, что по ряду специальностей 5 лет учебы, оно совершенно не нужно. И получить качественное образование, опять же, как мы говорили, при сокращении непрофильных дисциплин, которых слишком много практически на всех специальностях, естественных, гуманитарных, технических, так, и можно получить качественное высшее образование и в 4 года. Но 4-летнее образование — это базовое высшее образование. А дальше мы уже говорим о том, к чему Беларусь должна стремиться. Так. После этого должно быть магистерское образование и получение первой степени специалиста-магистра, а это уже 5-летнее либо 6-летнее образование, и после этого получение уже, так сказать, докторской степени. Вот. А на сегодняшний день Беларусь так и не пришла к получению магистра. Где-то есть данный магистр, но этот магистр, непонятно какой магистр белорусский. Насколько магистр белорусский соответствует магистру тому же Оксфордскому, Лундскому, либо Варшавскому. Так, или Вильнюсскому, тут, как было сейчас сказано, это сложно сказать. Так. Наверное, все-таки у нас немножечко иные понятия. Хотя 5-летнее образование, наше университетское, оно фактически считается, что это магистерское образование, но не признается как магистерское, а признается как высшее образование. Вот поэтому очевидно, что можно безболезненно сокращать базовое высшее образование по многим специальностям до 4 лет при уменьшении иной непрофильной нагрузки. И конкретно учить студентов в подавляющем объеме материалов по той специальности, на которую студенты пришли. Представляется, что это будет не хуже и сократит для подавляющего большинства студентов. Вряд ли все хотят, да. 80% ограничиться базовым образованием. Конечно, что будут удалять непрофильные предметы. Да, да, естественно. 80% базового образования, а дальше те, которые склонны к исследованиям, к различным инновациям, они будут получать магистерское образование, будут получать поствузовское образование, защищать кандидатскую, докторскую, либо мы тоже, наверное, придем. Россия сейчас вот обсуждает вопрос о том, чтобы две степени убрать и вернуться только к одной степени, которая будет называться доктор наук. Насколько целесообразны данные две степени, то есть непонятно. Да, я думаю, то же самое будет у нас в Республике Беларусь. Но это требует уже прихода к обучению и к тому вопросу, о котором, я думаю, что, скорее всего, будем говорить, это Болонский процесс. Да, ну вот про Болонский процесс и реформы мы, наверное, продолжим. Вот сейчас просто да, у нас... Да-да-да, у нас как раз зараз на связи студентка, ЕГУ так само. Она научается на международном праве. Это Мария Слепцова. Добрый день. Мы вот как раз говорили незадолго до того, как вам позвонить, Мария, мы говорили о том, что гуманитариям с белорусским гражданством, с белорусским образованием очень сложно найти работу вне Беларуси. Как вы считаете, это правда или нет? Ну, я притримлюсь таких позырков, что люди, коли захочут, они завсёды знайдут себе працу, але просто с белорусским громадянством это нашмат складанее, чем, например, громадянство не развязано. Ну, это да, это естественно. Хорошо, вот мы говорим о системе образования Беларуси и отличии ее от западной системы образования. Вот по вашему мнению, чем все-таки белорусская система отличается от европейской? Основные отличия базовые? Поскольку у меня есть опыт навчання в белорусском МНУ и в ЕГУ, и тому я могу сравнивать вот эти две установы, я могу сказать, что первое отрознание — это, конечно же, академичные свободы, потому что в ЕГУ можно исследовать все, что тебе захочется, а в Беларуси все-таки это обмежевано. А у ЕГУ больше, и вовле в европейской системе, мне кажется, больше такое метанакированная, больше метанакированная эдукация,
І яна больш накіравана менавіта на саморазвіццё чалавека. У Беларусі гэта, на жаль, не хапае. А як вось датычна таго, да, у нас зараз таксама вядуцца дыскусіі наконт пераходу на 4 гады навучання. Але праблема ў тым, пакуль што самі выкладчыкі ды увогуле, напрыклад, тыя ж самыя універсітэты вядуць дыскусію аб тым, што проста гэта на пачатку будзе патрабаваць проста скарачэнне праграмы менавіта датычнай ну, прадметаў па спецыяльнасці. А вось агульна універсітэцкі блок дысцыплін, ён застанецца такім жа, таму што ў нас як бы нормамі зацверджана. Ці ёсць вось, напрыклад, у вас такой таксама нейкі замацаваны блок, напрыклад, агульнаадукацыйныя такія прадметы, якія, ну, на любых амаль спецыяльнасцях ёсць? Ці больш, вось як вы кажаце, мэтанакіраваны профіль на вашу спецыяльнасць ідзе? Не, у нас ёсць, у нас першыя 2 гады ідзе нават больш такіх агульнауніверсітэцкіх курсаў, але яны, ізноў жа, яны накіраваны на развіццё чалавека. Гэта курсы па філасофіі, гэта курсы па мастацтве, гэта курс па сацыялогіі, і то бок гэта ўсё фактычна будзе потым важна для нават для спецыялізацыі такой як права. Таму што без, напрыклад, разумення сацыяльных працэсаў, ну, немагчыма зразумець, як потым прымяняць гэтае права. То бок курсы існуюць, але, напрыклад, у беларускім мінулым у нас былі курсы па радыёлагічнай бяспецы, у нас быў курс і, ну, я лічу гэтыя курсы абсалютна, напрыклад, бессэнсоўнымі для чалавека ў будучым, таму што як выратоўвацца ад ядзернай бомбы, гэта, ну, магчыма калісьці і спатрэбіцца, але малаверагодна. А вось яшчэ было б цікава пачуць, увогуле ці адрозніваюцца падыходы да выкладання вось у вашым універсітэце? Таму што, ну, зразумела, у нас звычайна зараз такая сістэма захоўваецца, як і ў Савецкім Саюзе, да? Гэта звычайны блок лекцыі і семінары. Ці прытрымліваецца такой жа структуры, напрыклад, еўрапейскай універсітэты? Структура прыкладна такая ж, з невялікімі зменамі, але проста сэнс у тым, што па-першае, тут ідзе больш фокуса на семінарскія заняткі, хаця нават больш фокус ідзе на самастойную працу, але у нас больш семінараў, мне здаецца, чым у Беларусі. Я не магу параўноўваць па гадзінах, шчыра кажучы, але мне проста так падаецца. Это праца ў дыстанцыйным сістэме навучання, гэта значыць нейкая самастойная праца, эсэ, рэфераты і дасылання іх выкладчыку, але проста на семінарах галоўнае адрозненне, на мой погляд, гэта тое, што ў Беларусі захоўваецца такое хрэстаматыйная нейкая хрэстаматыйная адукацыя, калі мы чытаем проста падручнік, які ўжо перапрацаваны 10 разоў у кімсьці, да, это проста такая нават не адаптацыя тэкстаў, а проста выкладанне асноўных ідэй. А ў ЕГУ мы працуем з фактычна з тэкстамі ўсімі аўтараў. Бок мы чытаем філосафаў, мы чытаем сацыёлагаў, не ў арыгінале, канешне, з большага, але то, калі ты сам чытаеш гэтыя ідэі і перапрацоўваеш сябе ў галаве, гэта, па-першае, вучыць цябе думаць, а па-другое, гэта больш ты маеш уяўленне, пра што гэтыя людзі пісалі. А вы вось цяпер, да, маеш досвед, вы не шкадуеце, што паступілі менавіта і навучаецеся за мяжой, а не ў Беларусі? Тое, што я паступіла ў ЕГУ, я дакладна не шкадую, але ну, пытанне мяжы і Беларусі для мяне, ну, дастаткова балюча, таму што, напэўна, таму я і выбрала Вільню, бо это універсітэт, дзе я магу навучацца на сваёй роднай мове, і Вільня не так далёка знаходзіцца ад Беларусі, таму што, ну, напрыклад, для мяне асабіста это даволі цяжка знаходзіцца далёка ад дому і ад краіны сваёй. Вось, але мне здаецца, што досвед навучання за мяжой, ну, это вельмі добры досвед, які, канешне, там не кожны павінен атрымаць, але тыя, хто хоча, тыя, хто прагне гэта, канешне, павінны спрабаваць паступіць і вучыцца тут.
Ну, я думаю, наверное, было бы полезно и белорусским студентам проучиться хотя бы один семестр где-нибудь за рубежом. Как просто поравнять. Да, да. Во всяком случае, насколько я знаю, это практикуется в рамках Болонского процесса. Да, да. Ну, Болонский процесс, он... Я прошу прощения, мы, наверное, может быть, попрощаемся с... Да-да-да. Да, дякую вам, Мария, за великий дякую. Большое спасибо. Вот... Очевидно, Болонский процесс, он хорош тем, что он дает возможность мобильности студентов. Студент может выбрать, продолжить свое образование не только в своем родном университете, но и по этой же специальности пройти определенный курс в другом университете другой страны. Вот. Но это в идеале, конечно, в реальности. Понятно, не всегда не так все, получается, да, не все возможно. Есть вопросы, связанные и с проживанием, и с оплатой. Вот, которые налагают серьезные ограничения на вот такую подвижность студентов. Тем более Беларусь не страна Евросоюза. Вот, но это было бы, наверное, замечательно, поскольку и представляется, что определенная часть наших студентов, очевидно, воспользовалась бы этими возможностями и получила бы маленький кусочек образования еще и европейского, что... Было бы очень полезно с профессиональной точки зрения. Человек, который получает белорусское образование, человек, который даже часть получает европейское образование, потом в своей CV указывает это, очевидно, будет более востребован на рынке, чем другой человек с точно такими же качественными мозгами, но без европейского образования. Расширяет кругозор. Да, естественно, считается, что дополнительное образование в другом вузе несколько расширяет кругозор, увеличивает интеллект. Ну, вероятно, да. Человек способен учиться в разных вузах, одновременно воспринимать знания, учиться на разных языках. Ясно, контактировать что, с людьми другой культуры. Да, естественно, данный человек будет более конкурентоспособен на рынке. Поэтому возможность участия Республики Беларусь в Болонском процессе необходимо было бы крайне приветствовать. Это привело бы к появлению у нас здесь большого количества серьезных специалистов, да, которые могли бы работать здесь и развивать Республику Беларусь. Сейчас же, к сожалению, и человек, который не может себя реализовать здесь в Республике Беларусь, он выезжает за границу и работает, вне зависимости, называется, от своей специальности. Худшее из вас все не вертается. Да, и скорее всего не возвращается. Вот с тех же факультетов международных отношений, если мы проведем, наверное, анализ, окажется, что, наверное, процентов 50 как минимум выпускников факультета международных отношений БГУ уезжают за границу и являются потерянными для Республики Беларусь. А конкурс высокий, уровень интеллектуальный очень высокий, и мне кажется, что эти студенты, оставшие здесь, являлись бы, в общем, крайне квалифицированными и полезными для нашей страны бы. Я думаю, вот мы говорили о мобильности студентов в рамках Болонского процесса, но, по-моему, не менее важный вопрос — это мобильность преподавателей, потому что там тоже предусмотрена возможность, не только возможность, а необходимо, чтобы университет, участвующий в Болонском процессе, приглашал преподавателей со стороны, чтобы преподаватели также ездили бы преподавать в другие университеты. Это ведь важно не только для студентов, но и для преподавателей. Это повышает качество, повышается качество. Конечно, конечно. Здесь огромная проблема. Я к вопросу мобильности преподавателей вспоминаю те же советские времена. Я ежегодно участвовал как минимум в 2-3 каких-то, ну, очевидно, всесоюзных конференциях, либо республиканских куда-то ездил. Болонский процесс в рамках СССР. Да, Болонский процесс в рамках СССР, где приезжали, встречались со своими коллегами из других городов Советского Союза, обсуждали проблемы, и это... огромную пользу приносило. Сейчас же подавляющее большинство разных международных, так сказать, всероссийских, белорусских и прочее, они в основном заочные. Ты отправляешь материал, так, а потом получаешь и смотришь то, что там что-то опубликовал. А вот реальных контактов очень мало. И второе, раньше университеты находили Министерство образования деньги. И некоторые специалисты могли выезжать за пределы Республики Беларусь. Мне, например, не повезло, поскольку на конференцию сначала нам... Когда-то у меня в Чехии так было, дали место, а потом оказалось, что наше место занял близко находящийся в Москве. Поближе к власти был и пробили место. Либо вторую в Финляндию поехал мой заведующий кафедрой, так, по, естественно, совместно написанной работе мной и им. Вот, а не я, это тоже было вполне естественно.
поскольку разный вес был, наверное, нас, так, но, тем не менее, имели еще какую-то возможность выезда. В начале 90-х годов, вот когда еще работал в БГУ, можно было найти гранты за пределами Республики Беларусь и выехать на международные конференции в Европу. Наверное, они остались и сейчас. И сейчас, насколько мне известно, университет, в общем-то, приветствует выезд. Но это дело непосредственно самих специалистов, самих преподавателей найти, поехать и получать стажировку. В том же мединституте, вот мои знакомые коллеги, так, вот, у достаточно большого количества тех, кто владеет языками, выезды есть на стажировки в те же, например, Германию, либо какие-то другие страны, так, получение дополнительного образования, которое очень котируется и в работе, и в дополнительной работе практической, поскольку многие медики, кроме преподавания, да, все они фактически, все должны еще работать и практически, иначе они диспансеризируются, не могут научить студентов. Там это очень приветствует. В других вузах каждый находится самостоятельно. Понятно, что сложная экономическая ситуация, что нет денег, но если специалист не проявляется и пишет только статьи, его другие знают достаточно мало. И данного специалиста практически не пригласят. А ведь приезд в другой университет, не я напросился, дайте мне прочитать курс лекций, а приглашают на курс лекций для того, чтобы этот специалист свои знания передал студентам. Вот, к сожалению, у нас таких здесь, в Республике Беларусь, которые приезжают, которые передают, есть, но не очень много. И это, может быть, те люди, которые где-то уже когда-то выезжали, зарекомендовали себя, их регулярно где-то там раз в год приглашают, они получают нормальную практику. Отстали, да? Да, мы очень здорово отстали. И здесь необходимо, наверное, все-таки две вещи делать. Стараться направлять хороших, качественных преподавателей на стажировку, даже не на курсы лекций, а на стажировку, так, за пределы Республики Беларусь, для того, чтобы они знакомились с процессом, для того, чтобы они могли понять, чем отличаются и какие инновации можно внести в наш белорусский процесс, даже в рамках нашей белорусской системы образования. Так. И, очевидно, это приведет к увеличению возможности для преподавателя свои курсы передавать. Ведь вполне естественно, что существует определенная потребность и в наших преподавателях, особенно для тех специальностей, которые ориентированы на работу со странами постсоветского пространства. У нас достаточно общая, например, та же правовая система и так далее. Она, естественно, отличается от страны к стране, но много общего осталось из Советского Союза. И здесь можно говорить, можно преподавать, можно сравнивать. Думается, что это было бы полезно. Ну и, очевидно, тот опыт, который там получают специалисты, он всегда может быть востребован здесь. Преподавая международные дисциплины на том же факультете международных отношений, если ты только работаешь здесь, в Республике Беларусь, и по литературе изучаешь международный опыт, то ты, наверное, не такой качественный специалист, чем если ты там еще прошел дополнительную стажировку, так, изучил еще и возможность преподавания этой дисциплины там, изучил право той страны непосредственно в атмосфере этой страны и потом принес его студентам. Тут масса практических примеров будет, и студентам интереснее будет, и легче преподавателю работать, да и студенты больше узнают. А вот иностранных преподавателей у нас приглашают? Потому что я вот помню, как раз на факультете международных отношений БГУ учился в начале 90-х, и у нас преподавали, приезжали профессора из американских, германских университетов. Сейчас есть такая практика? Есть. Да? На ФМО БГУ есть. ФМО БГУ все-таки это престижный вуз, и он находится на особом положении, и они имеют определенные возможности для приглашения. Определенные. Не очень широкие, но определенные возможности для приглашения иностранных специалистов и начитывания курсов лекций. Более того, специалисты, студенты ЕГУ, студент факультета международных отношений БГУ, обязаны знать один из иностранных языков. Вот два, как минимум, точнее, можно было говорить, это английский язык, как правило, либо в меньшей степени немецкий, плюс еще там дополнительно к нему там испанский, французский, шведский, да. То есть в зависимости от масла. Поэтому для них небольшая проблема слушать лекции на родном языке данного преподавателя. Вот, и это двойная польза. Во-первых, дополнительные, так сказать, знания в профессиональном иностранном языке, что очень важно. И легче общаться будет, когда приедет, говорить исключительно по специальности. Так, и второе, получение действительно качественных знаний от приглашенного профессора.
Что касается других вузов, то государственных вузов, то вполне очевидно, что здесь намного тяжелее. Вот думается, что тоже университет мог бы, наверное, более широко. У него серьезный рейтинг относительно других вузов Республики Беларусь. Может быть, единственный вуз, который имеет более-менее нормальный рейтинг в Республике Беларусь за рубежом, он мог бы себе это позволить. Что касается других вузов, я боюсь, что там, кроме финансовых возможностей, еще надо найти такого преподавателя, который бы поехал, скажем, в периферийный вуз и попробовал там читать курс лекций. Может быть, если он только выходец из Республики Беларусь и по ностальгии поедет для того, чтобы можно было читать. Намного тяжелее, поскольку здесь, в общем-то, зависит возможность приезда от двух составляющих. Первое, насколько котируется вуз и насколько ему выгодно в этом вузе читать курс лекции. Ну и вторая составляющая, она меньше имеет значение, это оплата труда данного приглашенного профессора, вот, который, очевидно, чем менее котируется вуз, тем меньше, так, либо она находится на каком-то установленном уровне, и поэтому профессор едет, в общем-то, осуществлять гуманитарную деятельность в Республику Беларусь, что требует, естественно, для него какой-то моральной составляющей для преподавания. Вот я думаю, что как раз по поводу мобильности мы сможем поговорить с нашим третьим скайп-гостем. Сейчас вот нас... А, вот, здравствуйте. Это у нас Максим Милто, или Милто, я прошу прощения. Да, здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Да, студент 4-го курса программы «Культурное наследие и туризм», глава студенческого представительства ЕГУ. Нет-нет-нет, главой несколько лет назад, я вице-президент Союза студентов Литвы. Ага, ну вот, поздравляю с повышением. Я прошу прощения, у меня сегодня вторично уже в программе устаревшие данные. Что поделаешь. Мы вот как раз тут сейчас говорили о системе образования в Беларуси и неучастии белорусских вузов в Болонском процессе, а также о мобильности студентов и преподавателей. Насколько я знаю, Литовская республика входит в Болонский процесс, равно как и ЕГУ. Вообще, студенты ЕГУ пользуются возможностями мобильности в образовании? Многие ли студенты получают в течение семестра или двух семестров образование в других университетах? И много ли иностранных преподавателей преподает в ЕГУ? Спасибо за ваш вопрос. Если честно, я думаю, что это действительно очень существенный вопрос мобильности, потому что он актуален не только для одного университета, в котором я учусь, например, Европейский гуманитарный университет, но и для многих стран, как Литва или всех других стран Европейского Союза и всего европейского пространства высшего образования, или то, что мы называем часто по-русски болонским процессом. Сейчас, как мне кажется, в моем университете, в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе учатся чуть меньше 2000 человек, из которых на постоянной форме обучения, ну, это что-то близкое к очному форму обучения, которое есть в Беларуси, но это примерно не то же самое. Учится примерно 750, как мне кажется. Ну, вот. И чаще всего именно студенты постоянной формы обучения, они могут участвовать в программах мобильности, не только Erasmus, но и в иных программах, как, например, Campus Europa, либо Nord Plus, либо какие-то двухсторонние обмены и так далее. И в этом отношении, насколько мне кажется, в прошлом году количество студентов, которые участвовали именно из одного маленького, а ЕГУ по литовским меркам, это действительно маленький такой камерный университет, участвовало в программах мобильности свыше, мне кажется, 55 человек, если мне не изменяет память. Здесь я имею в виду не только программу Erasmus, которая наиболее популярна во всей Европе, и, конечно же, не только из-за масштабов финансирования, но из-за того, что ты можешь выбрать действительно очень большой список университетов, скажем, начиная от Португалии, заканчивая Финляндией, то есть весь большой Европейский Союз с одной стороны. С другой стороны, есть отдельные программы, как, например, Campus Europae, которые уже больше уделяют внимание именно качеству образования и больше уделяют внимание тому, чтобы студент, когда он учится в другой стране, в другом университете, он смог учиться не только на английском языке, но и на родном для той страны языке. То есть, скажем, те студенты, которые едут по Campus Europae, студенты из моих программ, мои однокрупники, которые сейчас обучаются в Португалии, например, в университете Авейра, да, из моей группы как раз-таки несколько человек это делает, да, то они первый семестр учатся на английском языке, в свою очередь второй семестр они учатся уже на португальском языке, потому что первый семестр они тратят для того еще, чтобы параллельно с учебой на основной программе изучить язык, местный язык. Да.
Вот. И поэтому мне кажется, что это вообще парадоксальная ситуация, когда в случае университета, в котором я учусь, где ну, абсолютно большая часть студентов, это примерно, я думаю, процентов 98, они именно граждане Беларуси, они участвуют в программах мобильности куда больше, чем вообще все студенты из Беларуси, которые участвуют в аналогичных программах. То есть, например, тот же самый Erasmus, который для Беларуси трансформирован, конечно, в Erasmus Mundus. Вот. И поэтому я думаю, что Болонский процесс, помимо того, что он действительно уделяет значительное количество внимания повышению качества образования и гармонизации высшего образования в Европе, он полезен еще тем, что студенты участвуют, и не только студенты, но и преподаватели, и администрация участвуют в программах мобильности, что действительно повышает и конкуренцию, и, я думаю, что компетентность. Ну вот, и в этом отношении это отражается также и на преподавателях. И я могу привести очень простой пример. У меня на прошлой неделе закончился курс, я уже на четвертом курсе учусь. Это последний курс бакалавриата в Литве, потому что в Литве 4 года составляет бакалавриат, в среднем 1,5-2 года магистратуры, и дальше уже PhD или доктарантура от 3 до 6 лет. Так вот, я заканчиваю бакалавриат, и у меня вот на прошлой неделе, например, закончился курс, который мне преподавала преподаватель, которая специально приехала из университета города Лугано в Швейцарии. Ну, вот, она преподавала этот курс, например, это были новые медиа в туристской коммуникации, я думаю, если это перевести на русский, то она преподавала этот курс на английском языке, и как бы я думаю, что это один из примеров того, как преподаватели, вне зависимости от того, какой у них родной и основной университет преподавания, как бы насколько они мобильными могут быть. И то же самое происходит в каждом семестре, когда у по 2-3 курса, то есть это примерно половина всех курсов, они приезжают, преподаются именно преподавателями-визитерами из самых разных стран. Это чаще всего, конечно же, страны Европейского Союза. Для тех, кто изучает право, то это, конечно, ну, такие классические, знаете, страны с очень сильными правовыми системами, как Германия, я думаю, или Франция. Ну, вот, для тех, кто изучает другие программы, соответственно, по именно тем специальностям и тем каким-то компетенциям преподавателей это происходит. И так происходит во всей Литве, в том числе в Европейском гуманитарном университете. Тут еще цікаво вось закрануть финансовый бок. И как эта программа удела, оплачивается, кем и так далее. Потому что та же самая эдукация в Беларуси зараз вельми такое вострое питание на конт оплаты, потому что зараз шмат студентов, например, выбирают навушение у той же самой Литве, потому что фактично зараз оплата за эдукацию у БДУ и у тем же самым ЕГУ, а маль что супадае. То же самое датычно кошто, там, например, кватеру здымать, ну, прикладное, не то же самое. Але просто студенты становятся перед выбором, коли они уже оценивают свои силы, и они не различивают на бюджет, и питание стоит только за грошами, а гроши амаль не отрозниваются, то специалисты, как бы, будущий специалист, и он затекавлен отримать, как бы, ваш диплом, может быть, европейский. Вот. И просто цікаво с того пункта гледжання, что вось финансы. Тут вельми одну из самых головных ролей грае. Что на конт вось того, кто финансує гэты программы, у яких вось удзельнічаеце вы зараз, мобильные? Дякую вам за питання. Насамрэч, частяком питання фінансування, но істотне не тільки для студентів з Білорусі, іменно тих, хто вучиться в білоруських вищих навчальних установах, однак і для тих студентів, які вучаться у других країнах. Я думаю, що це вельми актуально для Литви зараз, у тим ліку. Але кажучи іменно білоруських студентах, які ось у такій дилемі, певне, знаходяться, мені подається, що вельми, наприклад, для особисто для мене, подається, що в опит в учобу у університеті це нечто ширейше, нечто більше за те, чим только та учебная программа, на которой ты учишься, с одного боку, але с другого боку, это певные компетенции и певные навыки, которые я не ведаю, чи ты отримаешь, когда ты живешь в том самом месте, в том самом городе, чи в той самой стране, в которой ты народился и певно провел большую частку своего життя, бо все ж таки некие стосунки с иншими людьми, с иншими культурами, иншими краинами, они, мне подается, допомагают вельми шмат у житті, и не только у дочинении до питания мовы, але до многих інших. Что дотычется менавіта мобильности, то каждый студент, які вучаться у университетах, ті у коллегиях, які знаходяться в Литве, які подписали харту Erasmus, это такий документ, які дозволяє вищій школі удельничать у программах мобильности.
калі ён становіцца адабраным, а ягоны адбор ён залежыць ад пэўных квотаў, якія кожная з краінаў удзельнікаў праграмы Erasmus атрымлівае, напрыклад, у прошлым годзе па дадзеных, якія мы маем, з Літвы выехала па праграмах абменаў 3500 чалавек. Але калі параўнаць гэта з тым, што было за год да гэтага, то гэта было 3000 чалавек. То бок мы бачым, што гэта павялічваецца колькасць студэнтаў з Літвы, у тым ліку студэнтаў ЕГУ і іншых другіх універсітэтаў і самых розных краін, якія вучацца тут, павялічыцца на 15% у год. Я думаю, што гэта вельмі добрыя паказчыкі. І калі ты становішся адабраным да ўдзелу ў праграме Erasmus, гэта самая папулярная праграма, то ты заўжды атрымліваеш фінансаванне ад Еўрапейскай камісіі ў выглядзе стыпендыі. Аднак твая стыпендыя залежыць ад двух паказчыкаў. З аднаго боку залежыць ад таго, з якой краіны ты едзеш. У нашым выпадку гэта Літва, бо ніхто не гледзіць на тое, якое у цябе грамадзянства. Гражданства, да, не прычым. Вось. Аднак гэта залежыць, ёсць іншыя праграмы, дзе грамадзянства залежыць, але не ў гэтым выпадку. І іншы паказчык — гэта тая краіна, у якую ты едзеш, і кошт жыцця ў ёй. Таму што, ну, гэта відавочна, калі ты едзеш у Фінляндыю і калі ты едзеш у Польшу, ну, скажам, то напэўна ў Фінляндыі трошкі будзе ўсё даражэй, чым у Польшы, і адначасова гэта значыць, што табе трэба будзе выдаткаваць больш на ежу, на пражыванне, на кнігі, на ўсё астатняе. Але тым не менш, ты як студэнт не можаш быць дыскрымінаваны па таму прызнаку, з якой краіны удзельніка Еўрапейскага саюзу ты едзеш на вучобу на семестр па нейкіх абменах. І таму гэта значыць, што ты атрымліваеш тыя самыя зніжкі на, скажам, грамадскі транспарт, тыя самыя зніжкі на нейкія, не ведаю, музейныя установы ці яшчэ нешта. У прынцыпе, ты атрымліваеш тыя самыя правы, што атрымлівае любы іншы студэнт, які жыве ў той самай краіне, якую ты прыехаў вучыцца. Аднак менавіта здесь паўстае пытанне фінансавання. Напрыклад, я ведаю, што мае калегі, якія нагрупнікі, якія зараз вось менавіта паехалі ў Партугалію, некаторыя паехалі яшчэ ў Іспанію, бо гэта такая цікавая тэндэнцыя, што заўжды студэнты ЕГУ, якія выязджаюць у асеннім семестры, яны вучацца менавіта ў цёплых краінах, я думаю. Ну, што ж, хацелася б яшчэ вось пытацца, а вы самі як плануеце пасля заканчэння універсітэту вяртацца ў Беларусь ці, можа быць, працягваць ужо працаваць за мяжой? Гэта, бо я такі адзіны выпадак, як бы, нягледзячы на тое, што я размаўляю з вамі па-беларуску, аднак у мяне літоўскае грамадзянства, я сам з Літвы. Ну, вось, і гэта невялікі такі студэнты з Літвы, менавіта віленчукі, яны таксама вучацца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, але іх, безумоўна, не так шмат, як беларусаў. І зараз я, канешне, думаю аб магістратуры, я ўжо падаў дакументы ў некаторыя універсітэты. Напрыклад, я вось тыдзень падаў дакументы ў Швецыю на некаторыя магістратуры, але хутчэй за ўсё буду падавацца гэта таксама ў Літве. Тут будзе паўставаць два пытанні: якасці і кошту. Я думаю, што пытанне якасці будзе такое, больш увагі я надам яму, але ў любым выпадку я планую вяртацца ў наш рэгіён. І ведаеце, якбы я досыць часта езджу ў Беларусь з Літвы, і не толькі ў Беларусь, але ось у нашым рэгіёне між Балтыйскім і Чорным морам. Я думаю, што насамрэч вельмі шмат мы можам яшчэ зрабіць вельмі добрых рэчаў і ў пытаннях эканамічнага развіцця і культурнага. І таму я думаю, што многія людзі, якія вучацца ў нашым рэгіёне, яны праз 5-10 гадоў знойдуць сабе менавіта тымі, хто будзе ствараць нешта новае, чаго яшчэ тут не было, альбо чаго яшчэ не дастае. І, безумоўна, Беларусь — гэта адна з тых краінаў, якая, мне падаецца, будзе адным з найбольш вялікім попытам на такіх студэнтаў. Спасибо большое, Максим, за то, что согласились с нами поговорить. Ну, я вот хотел сказать, что у нас час подходит к концу. Так, да. Поэтому, может быть, подведем как-то общую черту под то, о чем мы говорили. Вот белорусская система образования все-таки изменилась, но не сильно с советского времени. И мне кажется, она все-таки сильно нуждается в реформировании. Да, вы правы. Белорусская система образования изменилась. Мир меняется, естественно, меняемся мы.
как мы не можем оставаться в прошлом, соответственно, меняется немного и система высшего образования Беларуси. Вместе с тем, ей необходимо еще модернизироваться, чтобы, получив высшее образование, мы могли быть, то есть специалисты с высшим образованием Республики Беларусь могли быть конкурентоспособны не только здесь у нас, в своем маленьком национальном пространстве, но и в общем, общеевропейском пространстве. И здесь, под общеевропейским пространством, я бы не ограничивался на Запад от Республики Беларусь, а конкурентоспособны и в России, и в Казахстане, и в Прибалтике, и на Украине. То есть те страны, которые тоже в той или другой степени модернизируют свою систему высшего образования и которым требуются качественные специалисты. Тоже Казахстан нам тоже может являться определенным примером, поскольку в Казахстане система подготовки специалистов с европейским образованием поставлена на государственный уровень. Казахстан оплачивает учебу в Европе студентов с хорошим интеллектуальным потенциалом, которые потом возвращаются в Казахстан на очень высокую заработную плату, и у них очень серьезный карьерный рост, как профессиональный, так и административный. И там практически нет студентов, которые бы не вернулись в Казахстан. На сегодняшний день, вот я прочитал, премьер-министр Мясникович рекомендует белорусским фирмам оплачивать учебу студентов в Европе для того, чтобы они там обучались, потом возвращались на фирму для работы. Но здесь тоже подобная практика тоже может иметь место, но, наверное, надо требуется, чтобы бюджет, да? Данные деньги, которые потратят данные организации, каким-то образом стимулировались государством, то есть снимались с налогов, тогда будут выделяться, будут отправляться, поскольку не очевидно для многих белорусских организаций, зачем им учить студентов в Европе, а потом приезжать сюда. И мне кажется, что здесь роль государства тоже должна была быть достаточно серьезная, и вполне вероятно, тоже казахстанский опыт для Беларуси мог бы пригодиться. Если специалист будет себя чувствовать, что он здесь найдет качественную работу, что он будет востребован, что у него будет возможность роста, так, я говорю еще раз, любого профессионального, карьерного, потому что каждый из нас, в общем-то, в этом заинтересован. Думается, что будут возвращаться сюда, конечно, в Республику Беларусь, и не будут искать работу для этого уже профессионального и карьерного роста за ее пределами. Ну так, ну все, тогда. Да, ну что ж, да, на этом мы сегодня закончим. Напомню, что у нас в гостях был Сергей Альфер, юрист, доцент Белорусского института правоведения. Программа «Дискуссия поколений». Программу вели Александр Ласкин и Ксения Лешевич. Спасибо и до свидания.